Все, купил утеплитель. Давай, заноси туда, Гейка. Все, сразу можешь заносить. Сейчас будем посмотреть, что у тебя тут. Купля-продажа. А потом можно будет поднять, там свободно. Вот тут ящик, если убрать, прям положить сразу туда. А тут картошку брать, морковку будет мешать. Вот его пока здесь можно внизу. На дрова. А потом я вот так. Отлично. Там паля лежит. О. Сколько плит купил? 16. Прям на нее на спину легла. О! Хвост как труба лисящий. Вот, это сегодня 2 декабря. 15 года понедельник. Готовится Володя вниз полезти в подпол опять. Так это что, ты купил 4 штуки даже? Почему? 8. Здесь и 8 там. А это там берет валенки мои. Фаля, слазь оттуда. О-о-о. Да только надо как-то делать так, чтобы их не разрушить потом. Конечно. 4, да еще 4, это 8. Ой-ой-ой. Вот сразу ты занесешь, это лучше будет. Она, по-моему, не должна упасть. А я сейчас штуки 4 сразу спущу. Во. Ну давай, давай, вверху, 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 пойдет. Это внизу не надо закрывать. Там. Вон там маленечко подвинешь тогда. Так, ну еще. Так это, что еще купил-то? Пену. Ну-ка. Пену, лампочки. Лампочки. А то горят у нас лампочки, это залезут уже. А ну-ка на пол поставь вот это, что он будет делать? Что поставить? Белый полезет, нет, он мешаешь ты ему. Ты стекла пройдешь, там посмотришь тогда. О-о-о. И сколько ты денег отдал? 3000. Это на 3000 купил, да? Да. Ну там еще 8 плиток, вон там стоят. Ну ладно. Возле храма. Давай. Вот. Сейчас вот такие продаются. Угу. Ну обычные, обычные. Ну, ладно. Вот кто-то же надумался эту пену делать. Ты не на чем деньги зарабатывает, на пене. Раскрывается. Белый. Смотри, белый. Иди. Вон, смотрит, сейчас подойдет. Он подойдет, сейчас подойдет. Топ. Что такое? Но если он туда прыгнет, она его захлопнется. Ну да. Я закрыл все здесь и вдруг гляжу. Вон она уже. Рыжая зашла. Я сейчас это включу, как показать, где она. Она открыла оттуда, сама оттуда залезла. У нас как интересно. Если мы закрыли их там, они к Надежде Васильевне пошли. Нет, я ее утром сам принес. Ты ее принес, что ли? Да. А я подумал, она сама вернулась. Нет, я думаю, какая умная кошка у нас. Нет. Она не хочет возвращаться. Да, домой не хочет? Да. Ну, это она зря. Это зря. Это... Даже говорить не буду. А я-то сижу, все разбираю, почту, да. Вот он где. Ему никак тут не попасть. Вот, давай-ка вот так вот поставим. Вот, тут он залезет в нее сейчас. Обязательно залезет. Ему надо проверить, как сумку на бок положили. Зеленые ручки. Я сейчас приду, я плиты занесу. Давай. Во, синяя глазка пришла.
Володя пошел дальше. Куда он пошел дальше? А, вон они у него стоят, синие. Это желтое поло. Вижу, вижу. Он заносит туда, видно, к тамбур. Это тамбур нашего храма. Это же справа углярка. А там он круги, видать, эти газ проводили, попросились на ночь. А уже месяц, наверное, лежит. Снегом засыпало. Кран подвез вот, подъемник положил. Ну, мы ее сдвинули, Володя, ломиком. Он не мешает. Они просили длинное положить, но посмотрели, я говорю, некуда даже. У нас много машин. Ну, некуда. Тут снег уже все загородил. Они так на дороге положили, около дороги. И на этом все. У меня кошки тут караулят, воробьев. Я убрал все. А воробьи-то здесь. Вон они все. А здесь рядом они боятся. Через стекло. Видишь, вот как свой дом-то. Все тут. И воробьи. Видишь, три ящика. Широкие. Это ящики в столы. По 40 сантиметров почти. И все засыпано там отходами. Едет. О, в сумку залезла Валя. В сумке сидит. О, красота, красота какая. Так. А это синие глаза называется. Синие-синие глаза. А Паля там сидит. Сумка на боку лежит. Они как маленькие ребятишки любят играть, залазить туда. Так, она пошевелила. А та думает, что-то вверху там есть, как глядит-то. Эта лапу ставит. Если она шагнет туда, ту закроет там, захлопнет. Это же... Проваливается мешок-то под ней. Паля спала там, и все соскочило. Ей интересно это. Ой-ой-ой. Скажет, а что это? Зачем вы вставляете? Я говорю, ну ты не смотри. Я показываю для ребятишек. Они любят кошечек смотреть. У нас свои кошечки. Не две кошки, три. А вот белый залез куда. Вот они. Плиты эти, пенопласт. О, оттуда... Залез. Вот он наверху сидит. Паля туда-сюда выскакивает. Видишь? Играет. Вот это третий. Там рыжий лежит. У нас четыре. У Надежды Васильевны пять. И под полом пять в храме. Кормим до весны. Чужие совершенно кошки. Ну все.